Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Атлантические циклоны застревают в Западной Арктике, задевая метелями только арктическое побережье. А их слабые юго-восточные ложбины растягиваются вдоль оби, пытаясь объединиться с южными фронтальными системами. А теперь более подробный прогноз. В понедельник, 29 января, в Новосибирске небольшой снег. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью температура опустится до минус 13-15, а в дневное время ожидается минус 8-10 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом все. Желаю хорошего настроения в любую погоду.